Во дворце спорта «Триумф» стартовали всероссийские соревнования среди юношей и девушек 13 и 14 лет по боксу общества «Спартак». Состязания продлятся 7 дней. На открытии работала наша съемочная группа. В соревнованиях принимали участие спортсмены из разных городов России. Савелий Царский приехал из Егорьевска. Он участвовал в боях с весовой категорией 66 килограммов. Это не первый турнир спортсмена. За 2 года провел 35 боев, в которых одержал 30 побед. Это очень эффективный вид спорта, красивый вид спорта. В этом боксе решает не только, как ты подготовлен к бою, а твой характер, сила и все остальное. Бокс – это очень красивый вид спорта. Это искусство. Бой я оцениваю на 8 из 10. Я мог выиграть. Противник был опытнее меня. Все, что от меня требовалось, это просто провести красивый бой. Всего в соревнованиях примут участие 213 человек из 26 регионов. Бой состоит из 3 раундов по 1,5 минуты каждый. В первый день соревнований спортсмены выступали в 7 весовых категориях, а всего их 19. Победители выбирают по 3 основным критериям. Это количество точно нанесенных ударов. Кто больше нанес точно нанесенных ударов, тот и выиграл. При каком-то небольшом равенстве вступают в силу еще 2 критерия. Это дух соперничества и технико-тактическая подготовка. Если по ударам ровненько, то уже кто техничнее, кто настойчивее, тот и побеждает. После 7 дней отборочных соревнований победители пройдут в следующий этап первенства России. Финальные бои состоятся 11 и 14 апреля. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.